Друзья, хочу вам сегодня показать, как я буду покупать монету Dodo и ставить ее на фиксированный стейкинг в Binance. Кто не знает, у Binance есть множество способов заработка, помимо торговли на бирже. Вот здесь вот финансы, Binance Earn, Binance Pool, Liquid Swap и так далее. Но я покажу вам вот этот Binance Earn, то есть то, что буду делать я. Значит, я сегодня нашел очень хороший такой вариант для инвестирования монеты Dodo. Почему именно эту монету? Потому что она сейчас стоит недорого. Давайте сейчас вам покажу, значит, как найти необходимый стейкинг. Мы переходим на страницу Binance Earn и затем вот здесь выбираем фиксированный стейкинг. Теперь вот здесь, друзья, мы вот здесь, где фиксированный стейкинг, вот здесь показаны те монеты, которые доступны для фиксированного стейкинга. Значит, на 15 дней, 30 и 60 дней. Вот эта монета VET, сейчас она недоступна, уже все вот эти слоты куплены. Активны вот эти монеты, которые представлены здесь, их больше на самом деле. Вот посмотрите, все 60 продуктов, нажимаем сюда. Вот, и вот смотрим, сколько разных монет есть, которые доступны для стейкинга. Вот, я как выбираю монету для инвестирования? Я вначале смотрю, что за монета по CoinMarketCap. Вот, например, для монеты Dodo я вписал, значит, здесь в search Dodo. Вот мои предыдущие, значит, поиски, вот Dodo. И смотрю, значит, во-первых, сколько у нее цена. Видите, 79 центов. То есть еще нету даже доллара. Вот на сегодняшний день. Но монета сама стоила. Вот у нее был пик. И вот этот пик нам показывает, сколько. Монета стоила 8 долларов 20 февраля этого года. То есть сейчас она находится на низах, так как все криптовалюты просели. Так... основательно, да? И это как раз тот самый момент, когда можно закупаться такими вот монетами. То есть монеты мы покупаем, активы мы покупаем, когда они находятся на низах, то есть в просадке. И, соответственно, продаем, когда они растут, то есть когда они дорожают. Это как раз самый момент для покупки монеты Dodo. Конечно, вы можете выбрать другие монеты. Вот здесь можно посмотреть, сколько... Вот, Dodo Price, о, кстати, видите, подорожала чуть-чуть, пока я вот с вами говорил, монета подорожала. Здесь показана вся статистика, а также вот капитализация, да, трейдинг, а нет, это волюм, извините, объемы продаж. Это объемы продаж, а вот здесь внизу, вот у нас market cap, да, 88 миллионов, да, друзья, 88 миллионов это капитализация. То есть не такая большая капитализация, как раз стоит приглядеться к этой монете и... инвестировать в нее. Когда она вырастет, а вырастет она вместе с биткоином, тогда можно будет ее и продать. Так что я сейчас куплю немножко этой монетки и покажу, как это делается, да, на бирже. Итак, значит, заходим в классическую торговлю. Вот здесь торговля, классическая торговля. Затем сюда пишем Dodo, сразу фильтруем, получаем вот этот список. Нажимаем Dodo BTC. Так, все, здесь отфильтровалось. Видим, что у нас нисходящий тренд. И покупаем монету. Значит, знаете, да, что на Binance меньше, чем 10 долларов, ордер открыть не получится. Меньше, чем за 10 долларов. Итак, а вот у меня есть некое количество биткоинов. Сейчас мы посмотрим, сколько делает, например, ну пусть будет 7 монет Dodo в биткоинах. Это делает вот 17 206 биткоин сатошей. Хорошо. Но это делает 10 долларов? Наверное, все-таки нет. Потому что 10 долларов, у нас курс сейчас какой у биткоина? 32-33 тысячи, да? Значит, нам нужно 32 тысячи сделать, друзья, чтобы получить... 10 долларов. Ну, приблизительно. Это делает 13 Dodo. Давайте сейчас попробуем купить. Цена 2424, да? То есть 2400 сатоши. Давайте нажмем купить Dodo.
Итак, все, мы сделали покупку. Найдем историю ордеров. Вот я купил 13 монет Додо. И теперь я эти монеты застейкаю. Для этого мы переходим... Куда мы переходим? Да, вот сюда. Фиксированный стейкинг. Я уже показал, как это выбирается, друзья. Далее выбираем, здесь находим вот Додо. Это минимальная сумма для инвестирования. Вот смотрите, как удобно, да? Всего 0,1 додо. То есть, если вы хотите попробовать, поэкспериментировать со стейкингом, вот вы можете, например, на 0,1 додо. Вот это сколько делает, если монета 9 долларов? Ну, там мало делает. Но все же нужно помнить, что покупка там меньше, чем за 10 долларов не получится. Поэтому имейте в виду, что от 10 долларов, да, любой стейкинг, ну, то есть этот фиксированный стейкинг от 10 долларов. Итак. Нажимаем сюда «Добавить активы». Просто удобно, что цена у него очень хорошая, у монеты. Так, выбираем, значит, 30, 60, 90 дней. Какой вариант выбрать? Вот этот у нас не подходит, продукт больше не доступен. Это на 60 дней. Это на 60 дней. А это на 30 дней. Так, все, понятно. Я смотрю, что здесь у меня монета не то количество, которое нужно. Дело в том, что эта вкладка была не обновлена. Сейчас я ее обновлю. То есть там информация старая. Знаете, я почему вам показываю вот эти косяки? Потому что, возможно, вы тоже с ними встретитесь, столкнетесь. И чтобы вы знали, да, как вот решить эту проблему. А то бы я вырезал это из видео, конечно. Ну, кому это интересно, да? Показывать ошибки. Так, давайте еще раз. Значит, нажмем сюда, выберем Додо. Вот она, Додо. Добавить активы. И вот сейчас вы видите, что баланс изменился, потому что я обновил страницу. Значит, я буду стейкать, наверное, на 30 дней. И давайте посмотрим, сколько же мы получим. Да? Дата начала стейкинга. Это время, с которым начинается стейкинг. Дата валютирования. Это момент, когда начнут капать вот эти монеты Додо. От моего стейкинга. То есть начало моего дохода, так скажем. Процентный период. Один день. Это значит, что буквально каждый день будут капать проценты. Дата завершения начисления процентов. Ну, так как я на месяц беру, соответственно, указано месяц. То есть в июле. Период погашения один день. Дата погашения, ну вот, 29 число. Это чтобы закрыть ваш стейкинг, получить монеты, то есть вернуть монеты, которые вы застейкали, ну и, соответственно, проценты, которые вы получили. Значит, что такое стейкинг, друзья? Вот у вас есть монеты на балансе, у вас есть активы на балансе, и они вам ничего не приносят, так просто хранятся как на кошельке. Так вот, стейкинг вам позволяет эти монеты инвестировать в этот самый стейкинг, получать проценты от того, что вы инвестировали эти монеты, и по истечению этого срока стейкинга вы возвращаете те монеты, которые вы инвестировали, а также еще и проценты, которые вы получили за стейкинг. То есть получается, что деньги делают деньги. Они не просто лежат на балансе, они делают деньги. Вот чем хорош этот самый стейкинг. Да, конечно, вы в любой момент можете снять эти монеты, они у вас не пропадут. Однако вы лишитесь процентов, которые успели уже накапать за вот это время. Если это будет за один день, ну, конечно, там ничего. Но если там вы уже ждали где-то месяц, ну, или там меньше, там 15 дней, скажем, 2-3 недели, вот, в таком случае вы потеряете эти проценты, если вы досрочно закроете этот депозит. Ну, стейкинг, то есть. Итак, давайте же посмотрим, сколько у нас получится, если я инвестирую всю сумму. Вот я нажимаю Max, здесь отображается вся сумма, а здесь показано, сколько я получу. Расчетная ставка за 30 дней составит вот это количество Додо монет. Годовых 21% это 12 месяцев. Значит, месяц это у нас делает... Итак, нам нужно 21 и 32 разделить на 12. Вот в месяц это делает 1% и 77 десятых. То есть 1,77%.
Значит, это мы умножаем на сумму, то есть 13 додо. Я вот округляю, вот эти остатки я не указываю. И получается вот эта сумма, да, 23,09. Ну, здесь у меня калькулятор так отображает, на самом деле это вот это количество, которое здесь указано. Вот, вот это вот количество. Монеты додо накапает за один месяц. То есть вы понимаете, да, вот я бы просто держал эти монеты в месяц. Месяц бы прошел, у меня бы не, они бы не добавились, не убавились, если бы я ничего с ними не делал. А так я получу еще дополнительно вот 22 миллиона этих додо сатоши. Сейчас это мало, да, сами понимаете, что сейчас эта монета стоит всего там 79 центов. Но представьте себе, когда она вырастет, то вот эти вот 22 миллиона тоже составят неплохую сумму. То есть это инвестирование на долгосрок. Ну и, конечно, рассчитывайте все риски. Имейте в виду, что монета может и упасть тоже. Такое тоже возможно, конечно же. Для того, чтобы начать стейкинг, делаем следующее. Нажимаем вот сюда. И нажимаем «Подтвердить покупку». Все, подписка успешна. Теперь, где же смотреть статистику этих начислений? Для этого, друзья, мы должны перейти в кошелек, выбрать Earn. И здесь вы найдете всю статистику по вашим депозитам, стейкингам, ланчпулам и так далее. Вот. Есть сбережения. Это сбережения с плавающей ставкой. Это фиксированный стейкинг. То, что мы сейчас сделали с вами. Фиксированный стейкинг, затем выбираем не с плавающей ставкой, это когда процент меняется туда-сюда, а с фиксированной ставкой, когда процент не меняется. И вот, как видите, эта монета теперь в списке моих других активов, которые стейкаются. Вот, видите, 13 монет. Это доходность годовых. Это начало, дата подписки, блокировка на 30 дней, дата заявления. И вот здесь, вот это вот зеленым показано, сколько уже я получил монет. Так как стейкинг начнется с нуля, да, то есть с завтрашнего дня, с 00 ночи, да, здесь уже будет показан процент. Это вот вчера у меня что-то там накапало. Это монета BNB, я вот 4 миллиона BNB застейкал. И еще NEAR я тоже застейкал, вот. Ну, пусть стейкается. Монеты, в принципе, все эти монеты, я думаю, что они перспективны. Поэтому я, собственно, и решил делать этот стейк. Вот, видите, hold. И вот закрыть досрочно. Вот если я сейчас нажму закрыть досрочно, то я верну все вот эти активы на баланс спотового кошелька. То есть вот сюда фиат исходит. Но при этом потеряю проценты, которые накапаны. Зачем это делать? Это делается в том случае, если мы видим, что монета в цене падает. Те монеты, которые вы стейкаете, вы их все равно не теряете. Понимаете, да? Вы их просто даете на время бирже, потом забираете. Но проценты вам биржа уже не вернет, если досрочно. А если все вовремя, то получите еще и проценты. В общем, вот так вот происходит стейкинг на Binance, друзья. Если вам это видео понравилось, оказалось полезным, если вы тоже стейкаете, пишите в комментариях, делитесь. Я надеюсь, что я вам доступно, понятно объяснил, как это происходит, как делать стейкинг на Binance. Вот. Так что на этом все, друзья. Благодарю вас за просмотр, за сотрудничество. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Будьте здоровы, успешны. И до новых встреч!